came to the Hungary as a we're leading the championship, so we were on the maximum concentration to keep the leading. And thanks for team, great work all the sponsors, tires, everything worked perfect. Вернулся сюда, чтобы победить, но, к сожалению, не получилось. Очень нравится этот трек, очень нравится ночная гонка. Она индивидуальна этим. И плюс здесь очень много приветливых зрителей, которые видят полностью всю трассу и все, что происходит на ней. Сейчас мы здесь, на четвертом этапе в Венгрии, Марьяпочь. Абсолютно поменялось, и финал с Кристофсом Блушем, я очень старался, я пытался ехать близко, но, к сожалению, так вышло. There was a big show for the fans and for us as well as for drivers, so thank you, I'm happy to see you in Poland. Perfect.